Вот, я люблю цитаты, великие цитаты великих людей, в основном потому, что они их не говорили. В случае с Грушевским все сложнее. Это не просто фейк из какого-нибудь ЖЖ. Я просмотрел все, что было в полном собрании сочинений Грушевского. Там нету этой цитаты. Посмотрел какие-то другие вещи, где мог бы цитировать Грушевский. Там тоже нет этой цитаты. Ну, а потом посмотрел кучу статей в интернете с содержанием примерно таким же, как и в ролике, на тему вот украденного названия, и там везде была эта цитата. Я подумал, дело раскрыто, ее придумал автор одной из таких статей. Но нет. Оказывается, что в 1975 году в журнале украинских националистов, тех самых АУН, который называется «Украинский самостийник», действительно была эта цитата. Видимо, это первое упоминание этой цитаты Грушевского. Оно не сопровождается ссылкой на источник. Это цитата из политизированной газеты. Очевидно, еще раз, это газета украинских националистов. И, наверное, теперь можно говорить, что дело закрыто. Вот откуда взята эта цитата. Пожалуй, ее можно, так мягко говоря, назвать недостоверной.